Сегодня Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке ОМОН и Росгвардии проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение преступлений административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и нелегальной миграции. Данное направление находится на особом контроле у руководства ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Директор ООО «Супермаркет».